Меня часто спрашивают, какой все-таки породы моя собака. Отвечаю, никакой. Холли из приюта. Я нашла ее по фото, и на ее приютских фотографиях была чумазая мордочка, которая только-только оправилась после стригущего лишая. Сейчас у нее уже блестящая шерсть, без подшерстка, который был из-за того, что она жила в холодном помещении, и ее вид в целом от жизни в доме очень изменился. Остался только шрамик на лице, ну и ментальное здоровье – это то, над чем мы все еще работаем.